Hey guys, с вами Шумики, и сегодня мы сыграем в игру, которая называется Inmates. Короче, игра на русском. Все включено, все выключено, но здесь нету звука. В плане звука я имею регулировки громкости. А у меня сейчас игра очень громкая. Это хоррор, как вы понимаете, сделанный на Energen, или как он там. На креаторе. Мне кажется, я быстро игру эту скипнул, потому что мне уже стрёмно довольно. В плане того, что слишком громко. Когда слишком громко это... это плохо. Да. Так, бегать. Просто я иду вот так. Я слышу сзади звук. Так я, как понимаю, я из той клетки выпал. Манайте мне подниматься. Ладно, я до первого сохранения дойду хотя бы, и чувствительность поменяю на немножко больше. Хотя... Ладно, более-менее нормально, но если убегать от чего-то, если тут есть shift... А я вот не посмотрел насчет шифта. Вообще где? Iceberg Entertainment. Просто идем. Самое херовое, если я сейчас вниз упаду. Манать бы там подниматься. Честно, знаете, 10-минутное видео с подъемом наверх. Вот, на Unreal. А на Unreal, если я это делаю, то он без скримаки. Скримаки, либо какие-то кривые монстры. Посмотрим, что из этого получится. А, нет, смотрите, тут тоже люди есть. Их тут до хера. Ой, я уже почти поднялся. А, типа... Это колокол. Как раз мне на этот для прикрепа. Ага. Надеюсь, тут бегать не нужно. Если нужно будет бегать, это довольно плохо. Да. Очень плохо будет.
Долгая загрузка какая-то, надеюсь, игра не вылетела. Хотя, если вылетела, мне ли плохо от этого? Единственное, что могу здесь увидеть, это записка какая-то лежит. Если смотреть по правой картинке. Ну, хотя, может быть, это просто картинки. И ничего более. Ага, происходит какая-то загрузка все-таки. Громко. Просыпайся. Проснись. А где русский? Но если так будут орать, дом, милый дом. Где? Черт. Опять мои кошмары. И что на этот раз? Джонатаном мы играем. Так, добро пожаловать. Интересно, какому это адресанам? Добро пожаловать в наше скромное пристанище, любимый мой. Тут все для тебя. Чувствуй себя как дома. Только, пожалуйста, даже не думай открывай дверь к директору, пока я не вернусь. А то я сильно рассержусь. Ладно, любимый, целую. Так, ну, я не знаю, либо графику понижше надо поставить. Hey, is anybody Эй, here? Тут кто-то есть? Я не хочу выходить отсюда. Слишком громко. Нужно... Я думаю, я оглохну. Так, четвертое измерение. А вращать ничего. Ой, главное правую кнопку мыши не нажимать. Может, колесико мыши? Надь меня передернула. Это вообще не крутится никак. Готовимся к Скоримаку. Черт, голова раскалывается. Тут темно, я ни хера не вижу. Так, понятие экзистенциализма как-то потерял свой смысл в этих стенах. Слово доктора Готик Эргоса. Я мыслю значительно, я существую. Вот я сейчас мыслю. Я осознаю, что я мыслю, значит, у меня есть сознание, и я существую. Но у меня такое ощущение, что все этого нет в реальности. Но что такое реальность, если не воспринимать окружающую среду стандартными чувствами человека? Смысле? Ага, это... Мне рекомендуют пойти туда, так? Приседать, ничего...
F. Так, подождите, а давайте я... Боже, я надеюсь, ты не с самого начала начнешь, пожалуйста. Я хочу просто настройки посмотреть, я... Управление хотя бы. Если начнется заново, ребят, сорян. Да, продолжить есть. Так, немножечко чувствительность. Где-то вот так. Вперед, влево, кнопка взаимодействовать, зажечь спичку. Нету, ребята. Ну тогда ладно. Запомните, скримаки всегда есть и будут на линиях, ну, на здоровой территории. Вот такие вот прямых. Скримаки всегда будут. Если коридор длинный, это скример. Типа, это внушает человеку то, что, типа, безопасность. Но ты идешь, идешь, идешь спокойно, да? Ты такой просто длинный коридор, а потом бац! И все. И все. Загрузки минус игре я уже могу дать. Ну, на самом деле, я уже два минуса нашел в игре. Не буду говорить, какие пока что. Надеюсь, в какой-то степени вы уже понимаете, за что я имею в виду. Главное, чтобы не с колокола началась. Черт, голова раскалывается. Так, ну здесь только гром у нас был. Больше ничего. А, я могу сюда даже зайти. Что-то у меня в боковине, блин, страшно. Почему эта камера с... А, тут лампочка. Как вариант, я могу туда пойти, но я вам сказал. Давайте я лучше туда схожу. Посмотрю, что там. На самом деле, я сейчас на жуткой готовности. Именно скримера. Да подожди, я же отсюда пришел. А, то есть записки ты еще не оставляешь себе? Скример? Квантовая физика. Не знаю, зачем мне спички. Три спички дали. Неплохо. Хотя в камере тоже, слушайте, может быть какой-то скримачок. Так, 15, 16, 20. Просто какие-то цифры. Слишком громко. Ну, где скример? Эй! Эй! Алло? Алло? What the hell? Что за черт? А тут я смотрю, паренек уже отдыхает.
Я все понял. Экклесиант 2.14. У мудрого глаза его, и в голове его, а глупый походит во тьму. Но знал я, что одна участь постигнет их всех. Знаки зодиака. Заглом всегда бывает в скримере тоже резкие. Черный король. Вашингтон, Вашингтон. Феникс. Росл. Я мог графику поменьше сделать, точняк, я что-то про это и забыл. А если виснуть будет? Ну, по факту, нам все равно теперь идти в ту сторону только. Парень. Странный парниша. Зачем мне спички? Понимаете, мне сейчас тело чисто напряжено, чтобы скримак не так сильно воспринимать. Подождите, а это... Решетка всегда была? Это тут всегда стояло? Я что-то не замечал. Ну чё, готовы к скримаку? На отвечай, здесь по-любому будет скример. На более знакомое место. Hello? Ау! Is anybody there? Есть ли кто? Dream, надо тут насмотреться, надо найти выход. Или есть это сон? Нужно проснуться. Такие темные уголки, я не хочу вообще заходить. Так, ключей нету. Так, кабинет директора. Черт, тут мое имя. Какого черта? Так, кабинет директора. Тюремная камера, второй этаж. Комната охраны, первый этаж. Доктор. Короче, мы сейчас на втором этаже, другой в подвале. Почему двери не закрываются? Что, время для скримера? Ну, он дышит очень стрёмно. Сейчас нужно самому подготовиться. То, блядь, что мы... Ну, тоже так... Фу, поехали. Мне не страшно, пускай что орёт, что хочет, то орёт. Пускай орёт то, что хочет. Мне не страшно. Мне не страшно. Я знаю, что, скорее всего, будет скример. Я знаю хоррор. Я... Блин. Голова ужасно болит. Нужно найти обезболивающее. А то я так с ума сойду от боли. В тюрьме должен быть медпункт. Да, медпункт, чел.
Скример? Черт, кажется, дверь заперта, есть внутри. Я все еще жду скримака. Блин, ну я не верю то, что длинные, большие проходы и без скримаков. Здесь мне кажется такие знакомым. Мне кажется, что я был здесь раньше. Прикольно тебе, чел. Почему у тебя сердце так стучит? Я понимаю, что где-то скример. И я знаю. Потому что игра сделана на движке Unreal Engine. Или как он, блядь, там называется, уже забыла снова. Но херня в том, что на этом движке делаются хорроры. Именно скримаковые. Дискримаки. Так, Матфей. Матфей. 10.28. И не бойтесь убивающих тела. И не бойтесь убивающих тело, в смысле души же на могут убить, а бойтесь более того, кто может и души, и тело погубить. Гений. Скример, скример. О, я вижу лестницу на первый этаж. Библия. Так, подожди, а тут сохранения нету, как я понимаю. Откуда тут дети взялись? Кто тебе сказал, что тут дети взялись? Выглядит нужным. Да, спички всегда выглядят нужными, соглашусь. Антон. Я Антон Дэй, мне 9 лет. Сколько себя помню, я тут живу. Говорят, это место построил мой папа с доктором Беном. Тут частенько меняется директора, но потом директор этого места стала Натали. У нее мощный характер, и все будут бояться ее, кроме меня. Но я боюсь Роя, охранника нашего. А Натали со мной очень добра. Она меня попросила, чтобы я не звал ее мамой. Она меня очень любит и обещала мне, что придет день, когда я буду директором. Место папы и мамы. Пойду на первый этаж к доктору Бену. А то у меня опять голова болит. Началась. Ага, то есть здесь охранник. То есть мне нужно... У этого пацана тоже головные боли. Продолжение дневника потом... Потом прочитаю. Мне нужно найти лестницу на первый этаж. Но я видел лестницу, но, как я понимаю, сейчас на нас охранник выскочит, да? Что за черт? Ну это ладно, это не охранник, ребята, но у меня руки не шевелятся. Мне страшно. Но бывают такие моменты, когда один скример, и после него сразу еще один, поэтому... Алексиан 2.13. И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой. Почему мы не забираем эти записки? Демонология. Нихера себе, тут занятия пошли. Как же громко. Матфей, 2016. Так будет последние первыми и первые последними. Я слышу звуки. О, Боже мой.
Вот об этом я говорил. А вот прикиньте, если бы просто за парнем бежал, вот не считал бы. Просто такой, эй, подожди, и вот этот бы. Но я то готовый был, потому что я понимал, что здесь нужно теперь всегда ходить просто на готове. Но звуки, заметьте, не пропадут. А, так он в этой в комнате пишет призраки. Вот это самый такой громкий. Дзин. Стоп, а где? Вот здесь же рисовали. Да, вот здесь рисовали на стене. Это получается за решеткой. Музыкальную шкатулку где-то слышу. Он за стеной. Непонятные символы везде. Там что светится, значит, нам примерно туда. Так он отсюда, да, выбежал? Экзорцизм. Wait. Экзорцизма. Почему не экзорцизм? Хотя это экзорцизм написано. Может, мы все и есть демоны? Ты чувствуешь, когда ты заходишь в комнату, но ты не заходишь спиной? Огмио, Папалекба, Яя, Ангута, Велекс, Ихтап, Яма. И он 3.19. Вот почему они осуждены. Свет воссияло в этом мире, но люди предпочли свету тьму, ибо дела их злы. Красная комната, значит, пугающая комната. Понимаю. Так, люди живут в этой жизни и думают только о материальных благах. Цель оправдывает средства, так говорил Макиавелли. Как дойдешь до своего цели, через трупы или через головы своих близких людей, не имеет значения, главное, дойди. Так думает большинство людей, но все они грешники. Грешников по всем понятиям первобытного греха. Но ведь есть другая жизнь. Есть жизнь после смерти. Есть рай и есть ад. Бог не допускает таких грешников в рай. Их ждет обратная сторона света. Будик. Гемпон. Эндетити. А я говорил, записка была. Тут еще что лежало тогда. И он 8.44. Ваш отец дьявол. Дьявол. Диабол. И вы хотите использовать похоти отца вашего. Он был человекоубийца. Он начал и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Понятно. Может, давайте пока я дальше не пошел, на этом закончим. Я не знаю, где оно сохранится или сохранится оно вообще. Но если что, думаю, когда начну в следующий раз, я дойду до сюда и, в принципе, стартану отсюда. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Я не знаю, насколько оно продлится, сколько вообще тут еще будет. Я посмотрю смену графики. Может быть, оно полегче будет. Ну, тут я размытие убрал. То есть оно бы с размытиями вообще было бы херово. Ну хотя, может быть, и так нормально. Я запись пересмотрю, да и все. Поэтому всем удачи и всем пока.